Почему они ее так любят? Прям Дамбо самоубийца. Ну, это не любовь, друг мой. Это манипуляции. И кому это надо, детей убивать? Ну, я не знаю, кому это надо, я знаю только одно. Мы его точно найдем. 3 самоубийства за месяц. Ну, не 3, а 5. 3 только на этом мосту. Да, кстати, насчет моста. Я тут кое-что придумал. Вот. Что там у тебя? Ну-ка. Выход есть. Всегда. Понятно. Слушай, тебе бы вот таким почерком рецепты на антибиотики выписывать. Ты с профессией не ошибся, да? Нет, не ошибся. Какая разница, каким почерком написано? В этой ситуации главное помнить, что выход есть всегда. Каким почерком — это уже не важно. И где ты это собрался повесить? Ну, на дамбе. А по бокам камер. Слушай, ты бы, может, все-таки вот типографию-то отвез, а? А то ведь пока прочитают, так 10 раз этого моста он сигануть успеет. Не разберутся. Обязательно отнесу. А пока пусть это повисит. Может быть, хотя бы одну жизнь ты спасет. Угу. Свернув на данном этапе пути, нити меня тянут вперед, иди. Говорят, через себя переступай, внимай своему сердцу, не меняй то, что внутри, подчиняйся лишь своему зову души. Я просто прошу, не души, это отшиб, это не перепрошить, это и есть жизнь. Пытаюсь быть всегда самим собой. Сорокин, дай сигарет. Я завязал. А я хочу идти все дальше, брат. Думаю, это судьба. Алло. Это мой клад. Сундук на горизонте. Быстрей к нему добраться. Да иду я. Я хочу успеть переодеться, пока этот урод на обед не пришел. Не знаю, скажи, что живот болит или еще что-нибудь болит. Пофиг. Давай. Я не понял. Что это мы не в школе? Не твое дело. Как не мое? Я что, папочка? Ступит белая полоса. Забудь обо всем. Просто помечтай. Это не сон. Летай, летай, летай. Летай, летай, летай. Я просто глупый подросток в мире людей. Между тем мне просто так нужен воздух, чтобы лететь в темноте. Вроде бы живой, вроде бы в ладах с головой. Дома все спокойно, давно не скандалю с семьей. Для сестрички принца, для братика супергерой. В маминых глазах я вырос. Стал уже взрослый,
такой. В отношениях стабильность, порядок, покой. Я скучаю по ней так же, как далеко. Аня! Учусь обманимас, как важен дом родной. И ставя счет мнению выше своего. Я давно бы забыл, каким я был. Научился терпеть, научился любить. Сжигать то, что больше не пригодится. Прощать, даже если украли глаза. Вот козляра. Ты матери говорила? Говорила. Прикинь, она думает, что я его специально выживаю. Ему так как изначально не понравилось. Почему она не верит тебе? Ты же ее дочь, а он всего лишь очередной ёб. Ты замуж за него хочет. Трындец. Слепла от любви. Сдолбала все. Я домой к себе не могу попасть. Шляюсь по городу до ночи. Жду мелкого с тренировки или пока она с работы не придет. Надо же ему еще дома обедать. Выготавливает этому козлю всякие блюда. Скоро, блин, книгу рецептов напишет. Нам с братом никогда так не готовят. Что у него за работа такая? Приходит домой, когда хочет, на обед. Это какой-то торговый агент. Его скоро еще на удаленку переведут дома постоянно будет. Понятно. Ничего. Потерпи еще немного. Я думаю, и этот недолго задержится. Очень хочу в это верить. Осталось 5 дней до каникул. Да. Спи. Yeah.
Опять в телефоне. Что ты себе думаешь вообще, а? Тебе уже в следующем году ехать в Англию. А у тебя английский на уровне начальной школы. Английский в жизни не главное, мам. Да? А что главное? Главное? Это семья. Твое безупречное знание английского не позволило тебе стать нормальной женой. Ты это сейчас о чем? Да так, музыка навеяла. А вообще, ладно, хватит. Я не собираюсь ехать ни в какую Англию. Сколько можно говорить одно и то же? Я остаюсь здесь, и не надо, пожалуйста, за меня решать. Ты вообще соображаешь, что ты несешь? Без образования ты никто, серая масса. Ты что, хочешь слиться с этим стадом? Ты не понимаешь, что ни я, ни отец, мы не доверим тебе свой бизнес, если у тебя не будет соответствующего образования. Да не нужен мне ваш бизнес. Я не хочу жить, как вы, не хочу этим заниматься. У вас есть в голове одна только работа. Деньги, работа, деньги, карьера. А семьи у нас, мамочка, нет. Мы чужие люди. Как ты нет? Что ты такое говоришь? Семья — это когда люди любят друг друга. Ну, правильно, конечно. Влад, мы тебя любим. Любить человека — это значит принимать таким, какой он есть. Ну ладно, допустим. Ты меня так любишь. А папу любишь? Папу любишь, мама? Ну да. Ну, конечно, люблю. Что ты врешь? Ты думаешь, я не знаю про этого бизнес-партнера? Про твои семинары? Ой, нет, это не семинары, мамочка. Это ебанары! Что ты себе позволяешь? Я не так крепко сплю, как ты думаешь, дорогая мамочка! Привет. Влад, она знает. Потом объясню. Главное, чтобы отцу не рассказала. Реагирует на движение. То есть, как только этот урод снова начнет к тебе лезть... Не нужна тебе камера. Как? Так. Я не позволю этому мудаку даже приблизиться к тебе. Мать должна понять, какой он на самом деле. Может, он из всех извести вообще хочет. Пойдем. Придумаем что-нибудь. В общем, я решил заявиться к нему на работу во время обеда. Сказать, что мама грустит в последнее время. Ну, как-то совсем скучает. Надо бы ее в театр сводить. На ужин пригласить романтически. Надо ей цветы подарить, конфеты. Ну, что-то в этом роде. Папа, у тебя директор компании договорил. Ну да, директор. И что? Съездил. Но лучше бы я этого не делал.
До конца обеда было еще 15 минут. Я стою у входа в этот бизнес-центр и вижу, выходит красотка. Просто модель, такая вот, как вот из журнала мод. Подхожу, и появляется он. Кто? Отец? Правильно. Они едут в гостиницу, а я за ними. И что, ты придумал что-нибудь? Они меня даже не заметили, ослепленные страстью. Мама изменяет папе, папа изменяет маме. А я все это вижу и ничего не могу сделать. А твой отец где? После развода он звонил, приезжал на день рождения. А потом запил. Искать не пробовала? Пробовала. А потом в общаге, где он был прописан, сказали, что он уехал на заработки в Москву. Ну и пропал. Понятно. Меня на тусовку позвали. Пойдешь со мной? Тусовка. Тусовка. А давай. Супер. Идем. На Ну, это мы еще посмотрим. Это же ты его пригласила. Прикинь, а он не один пришел. Ну ничего, я просто так не сдамся. Аня, ты что, ревнуешь? Нет, с чего ты взял? Это Даша, моя одноклассница, я ее знаю лет 10. День дайте прихода. О, зверобоя не желаете? Что за зверобой? Влад, ты что, не шаришь? Желтенькую конфетку такую съедаешь? Чувствуешь себя как зверь и рвешься в бой. Зверобой! Макс, покажи ему. На себе испробуем. Кайф. Хорошо. Давайте попробуем. Мне просто пиво. Даша, ты будешь? Я за пиво. Я с тобой. Аня. Аня. Чего ты? Может, не надо? Да не бойся. Я Дашке доверяю, она очень осторожная. А в этой жизни нужно все попробовать. Просто пью. А где Влад? Идемте танцевать. Thank you.
чего ему уж плохо? Влад, просыпайся. Влад, что это было? Это что, передоз? Да откуда я знаю, что это было? Раньше такого не было. Сколько он вообще выпил? Две. Ты понимаешь, что всякие могут быть последствия? Это слишком много для первого раза. Даша, срочно, валим. Вызывай скорую. Нет, подожди. Ему на воздух нужно. Выйдите из квартиры, там и вызовите. Может, ему уже все равно будет, но я в тюрьму не хочу. Ну, посидите, проветритесь возле подъезда. Да? На крышу. Там открыто. Все изменить. Нашелся человек, который готов о нас позаботиться. О нас? Что ты имеешь в виду? Мы любим друг друга. Понятно. А что я делал не так? Здесь дело не в тебе. Дело во мне. Как ты могла так поступить? Прости. Я же не специально. Я всегда буду рядом, доченька. Запомни, я твой папа. Я всегда буду любить тебя, Аня. Я приехал. Твой дом? Ладно, до встречи. До встречи. Ты где была? Подруги. Телефон разрядился. А у подруги телефона нет. Что ты мне сказки рассказываешь? Ты ж мне все здоровье угробила, всю кровь мою выпил. Кроме кефира ничего не пью. Ты дрянь неблагодарная. Я всю жизнь работала, как проклятая. Старалась для тебя. Я тебя об этом не просила. Ни в чем тебе не отказывала. И все равно... Мама была плохая, а папа, который думать забыл о твоем существовании, хороший. Папа всегда обо мне помнит. Это ты его предала, другого нашла. Что ты понимаешь? Предал он тебя. Скрывается где-то, чтобы не платить тебе алименты. Это неправда. Он вернется и защитит меня от твоего кобеля. Кобеля? Это мой муж будущий. Что ты наговариваешь, проститутка ты? Таскается где-то по ночам, а потом строит из себя невинность. Аня!
Всю там убрать. Ты у меня весь ремонт уже. Обращайтесь уже. Это я, Аня. Какая Аня? Здравствуйте, я дочка Николая Сорокина. Вы меня не помните? А как выросла? Красивая. Он домой возвращался, не знаете? Не. Другую себе нашел, наверное. Извините. Привет. Привет. Спасибо. Чем занимаешься? Шрифт таблички согласовываю. С типографией. Понятно. Конечно. Это сразу нам поможет найти белого ворона. Между прочим, с дамбы больше никто не прыгал. Да. Только вот статистика с каждым разом все выше и выше по самоубийствам. Ну да. Пресса у нас хорошо работает. Вон, журналисты молодцы. Быстро реагируют. Статистика самоубийств в нашем регионе. Начало 90-х годов коэффициент самоубийств среди подростков почти удвоился. Юноши гораздо чаще становятся жертвами, чем девушки. Временным пиком суицидов является месяц май. У нас сейчас что? Май. Так что давай быстро ешь бутерброд и за работу. Понял. Димочка, скажи только честно, тебе дядя Саша нравится? Да. А он тебя никогда не обижал? Да нет. А Анечку нашу не обижал? Нет. Пиши, пиши. Привет. А что, обедать будем? А, да, конечно. Мы просто с Димочкой не ожидали, что ты раньше придешь. Правда, Димочка? Вкусно? Угу. Скоро у нас все изменится. Мы переедем в новую квартиру. У каждого будет отдельная комната, а у нас огромная кровать. Наследство от бабули. У нее был дом в деревне. Ты что, ты не рад? То есть, все это время ты мне не доверяла? Ты не обижайся. Должна же я была проверить серьезность твоих намерений. Проверила? Да. Меня любишь? Конечно, люблю. Что, дочура не объявлялась? Объявлялась. Из дома ушла, поругались. Я наговорила это всякое. Ничего, придет, никуда не денется. Вкусно? Кушай.
случилось? Да, с мамой поругалась и из дома ушла. Боже мой, идем. I get lost in your deep blue eyes, like a shell in the sea. I fall in love over and over when you're looking at me. I think about all the work we've done and all that we'll be. Through all of the hard and the good times, it's you. Слушай, я тут подумала, давай сделаем паузу. Вся эта история с Владом, надо немного подождать. Ладно. Пока. Привет. Я не один. Я поняла. Я хотела поговорить. О чем? А, если о бизнес-партнере, не переживай. Да нет, я не об этом. Я еду в командировку на 3 дня. Ну, счастливой дороги. Слушай, папа тоже не скоро вернется. Может, я бабушке позвоню, а? Или ты тут один справишься? Справлюсь. Все, пока. Ой, это что? Это закрытая группа самоубийц «Белый ворон». Чтобы туда попасть, нужно пройти определенную проверку. Они это называют испытание. Самоубийц? Да не бойся, я-то жить буду долго. Хотя бывали, конечно, моменты, когда я всерьез об этом задумывался. Тут такие классные сюжеты есть. Просто реально интересно за ними наблюдать. Наблюдать за тем, как люди совершают самоубийство? Нет. Наблюдать за тем, как человек может стать марионеткой в руках злоумышленника, когда тот пользуется его слабостью в какой-то тяжелой жизненной ситуации. Вот, например, здесь предлагают варианты суицида. Кроме этого, есть еще варианты имитации самоубийства. Парень имитирует свою смерть, делает это максимально правдоподобно, родители видят это видео и начинают по-другому к нему относиться. Принимают его точку зрения, слышат его. Все по-другому. Кстати, это интересная идея. Привлечь внимание, напугать родителей. Какие задания нужно выполнять? Надо было послушать страшную музыку, потом нарисовать символ смерти и посмотреть видео, где погибает человек. Ну а зачем все эти сложности, какие-то испытания, задания? Ну, как ты понимаешь, тема неоднозначная. Если бы все было так просто, группу бы уже давно закрыли. Какие-нибудь спецслужбы или инспекция по делам несовершеннолетних. Будешь смотреть? Иди ко мне. Ты смотришь это видео, значит, ты готов к следующему испытанию. Прежде чем дать тебе ключ, мы должны убедиться в серьезности твоего намерения. Это опасная игра для взрослых, и нужно доказать свою смелость. Открой вложенный файл и выполни задание. Оставайся онлайн, запиши видео и отправь видеоотчет. И помни,
Белый ворон всегда с тобой. Ты чего? Я его видела. Где? Во сне. Он за мной гнался. Может, это маньяк какой-то? Да ну, какой маньяк? Успокойся, все под контролем. Тут никакого риска нет. Алло? Катя, здравствуй. Это мама Ани. Аня не с тобой? А ты не знаешь, где она может быть? Ладно тогда. Если она вдруг позвонит, пускай возвращается домой. Да, конечно, конечно, я передам. Тетя Таня, вы только не плачьте, пожалуйста. Все будет хорошо. Мне страшно. Да не бойся ты. Снимешь? Я не могу это снимать. Меня зовут Влад, и мне 17 лет. И я сам решаю, как мне жить и жить ли вообще. Именно поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к своим родителям. Вы достали уже со своими нравоучениями. Посмотрите лучше на себя, на свою жизнь, на свою нравственность. Где она, ваша нравственность? Влад! Влад, прошу тебя, не надо, слазь. Пожалуйста, прошу где тебя. Где она? Слазь. Где? Я свободен. Я сам решаю, как мне жить. Вы думаете, я не прыгну? Я прыгну. Я не боюсь. Стой! Я хочу на берег, мальчик. Живой? Ты видео записалось? Я думаю, 3 миллиона просмотров тебе гарантированы. Придурок. Так на чем мы там с тобой остановились? На потенциальных жертвах маньяка. Угу. Что они не осознают себя жертвами? Конечно, нет. Именно так. Конечно, не осознают. Они осознают себя героями. В этом и состоит главная для них проблема. Главная опасность. И попадают в ловушку. Именно. Получают поддержку. Они получают понимание. В общем, они от него получают все то, чего не получают в жизни. Ну, как правило, попадают люди непонятые, неуверенные в себе, стремящиеся обратить на себя внимание, сказать какую-то свою правду. Короче, все в подростковом возрасте. Именно так. Потому что каждый в подростковом возрасте чем-то уязвлен. Чем-то уязвлен. Понятно. Значит, каждый из них может стать жертвой потенциально. Конечно. Но тут ключевым фактором является среда.
условия пребывания. Понимаю. Получается, что этот белый ворон действует осознанно. Угу. Целенаправленно и осознанно. Так кто ж ты такой, белый ворон? Гатинская улица, 20, блин. Короче, все, я ва-банк. Ты не обижаешься-то? Не обижаюсь. А теперь по делу. Кто будет первый? До трех побед. Давай, на суефа. Раз, два, три, 1-0. Раз, два, три, 2-0. Раз, два, три, 2-1. Раз, два, три. 2-2, я тебя затупил. Раз, два, три. Провалился. Провалился. Я говорил, что мое время быть звездой. Ну ладно. В этот раз ты будешь первой, а я буду руководить. Хорошо, а я буду четко следовать вашим инструкциям. Хорошо, а я буду четко наблюдать за вами по видеосвязи. Договорились. Играем дальше? Да. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу вакансии художника-дизайнера. Вы записывались? А, нет, он мимо проходил. Ну что ж, тогда прошу. Тигра, отойди, отойди. Привет. Я у Влада. Это мой новый... друг. Тихо. Отойди. Отойди. Отойди, еще отойди. Еще, 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 еще. И что говорила? Да не переживай, она меня завтра увидит. Давай потом все объясним. Супер. Давай. Ну что? А, это моя подруга Катя. Ей мама звонила. Плачет, меня ждет. Так что сегодня можем возвращаться домой, все подготовим, а завтра, тара-та-там, торжественный момент настал. Ну так что у нас по плану? Добыча крови. Добыча крови. Давай подумаем, где нам ее достать. Очень интересно. Здесь занимаемся дизайном интерьеров, и вот это не совсем наш профиль. Можно я попробую? Сколько тебе лет? 18 будет. Ну вот еще 18 нет. Нет, это, конечно, очень хорошо, что ты в свои годы хочешь работать и помогать родителям. У меня нет родителей. А что с ними случилось? Отца я не знал, мать пила, забрали в детдом. Так ты из детдома? Вот что, давай я тебя чаем напою, с бутербродами. Нет, спасибо, не надо. Послушай, нам нужны такие, как ты, молодые, креативные.
Вот что. 18 исполнится, ты мне сразу же звони. А пока поступай учиться. Мы студентов тоже берем. И вот что. Напиши ко мне свой номер телефона. Люся, что у нас там с бутербродами? Наш? Да. Хозяева! Здрасте. Здрасте, мы звонили вам. А, вы за кровью. Угу. Люсь! Здрасте. Вам зачем? А, мама сказала, купить мокровянку делать будем. А-а-а. Вам для челленджа надо? Да нет, я с мамой попросила. Ага, конечно. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Для чего ты им сказала надо? Эй, тетя Вальд, вам не понять. Для челленджа. Ага. Ага. Привет. Привет. Есть будешь? Нет, спасибо. Так, ярко. Зато реалистично, да? Хорошо. Давай ты лучше в ванную с водой залезешь, как в инструкции написано. Мокрая одежда прилипнет к моему телу, я буду выглядеть очень сексуально. Не надо. И так вполне правдоподобно. Я вампир. Да, похоже. А тебе майку новую не жалко? Ради дела ничего не жалко. Ты только не забудь запись видеоотчета поставить. А ты не забудь банку с кровью спрятать. Третья группа. А тренировки не будет. Что? А ну-ка быстро все по домам. Давай, 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 давай. Вау, Аня, это просто реально жутко выглядит. А я уже в образе. А сколько времени? Все, время. Он может прийти в любую минуту. Нормальный обзор? Нормально. А здесь? Мы забыли телефон. Если позвонил, то эфир обрывается. Блин, мам, как всегда вовремя. Аня, ты слышишь? Аня, вставай! Аня, ну хватит меня пугать!
Присаживайтесь. Спасибо. А что это вы дома сегодня не обедаете? Завозился с отчетами, не успеваю уже. Вот, решил с вами пообедать. Как оно здесь? Вкусно? Да. Приятного аппетита. Здравствуй, доченька. Я тебя не чувствую, пап. Что с нами? Где мы? Мы умерли. Душа не умирает. Душа не умирает. А тело? Твое тело умерло? Да. Его больше не существует. Я? Мое тело тоже умерло? Нет. Ты все еще земной житель. Да, одно верно сказанное слово может полностью перевернуть всю жизнь. Вот именно поэтому мы и вешаем таблички с надписью «Выход есть всегда». Кстати, Анна Сорокина не была зарегистрирована в группе самоубийц «Белый ворон». Так что, возможно, она и не была связана с ними.
Возможно. И что дальше? Не знаю. Будем думать. Что со мной будет? Я смогу вернуться? Нужно попросить мудрейших. Я думаю, они дадут тебе шанс. Тогда пойдем. Я буду их очень сильно просить. Хочу домой. Подожди. Здесь нет спешки. Тебя пригласят. Пыталась преждевременно прервать жизнь, не выполнив контракт, нарушив тем самым один из основных законов мироздания – закон развития. Знаешь ли ты, что происходит с душами самоубийц? Нет. Эти люди, оступившиеся один раз, называются здесь штрафники. Им дается второй шанс, но в более жестких условиях. Вторая попытка гораздо сложнее, чем первая. Мы хотели бы у тебя спросить. Помнишь ли ты, какие обязательства брала на себя твоя душа перед воплощением на Землю? Нет. Прежде чем прийти на Землю, душа сама выбирает себе пол, тело, родителей. Условия проживания. Трудности, радости, счастье, несчастье. Я хотела только напугать маму. Напугала? Мы готовы тебя поддержать. И дать тебе шанс пройти свой путь до конца. Ты продолжишь жизнь в теле Анны Сорокиной. Но сначала ты поможешь одному парню. Его зовут Егор Бураков, и это обязательное условие. Я согласна. Мы в тебя верим. Я должна помочь человеку. Я не знаю, кто он, где он, и самое главное, я не знаю, как. Не волнуйся. Ты все узнаешь в нужное время. Пап, как ты умер? На заработки поехал. Устроился на стройку. Ночью, когда все спали, у одного рабочего загорелся матрас. Он заснул, не затушив сигарет. Огня не было. Сторож вовремя заметил дым, но спасти не удалось никого. Все задохнулись. Похоронили тебя где? Ну, какое там похоронили? Закопали. Песок прямо там на стройке. Мы ж неофициально работали. А теперь ты сам выбираешь свой путь? Частично, да. Я не все условия контракта выполнил. Кое с чем не справился. Теперь выбрал помогать тебе. Быть твоим ангелом-хранителем. Спасибо, пап. Я думала, ты меня бросил. Я всегда был рядом. Как и обещал. Да.
Сколько же мы на земле делаем глупостей. Влад. Ну что с тобой? Ты уже вторые сутки ничего не ешь. Все нормально. Отстань от меня. Влад. Надо поесть. Мама. Уйди. Да. Знаю. Сейчас могу. Да. Беспокоит Кузьмичев Иван Петрович, майор. Особый отдел по борьбе с киберпреступностью. Слушай, а в чем дело? Нам нужно поговорить с вашим сыном. Так как он несовершеннолетний, необходимо ваше присутствие. Ну, да, конечно. Что случилось? Он что-то натворил? Нет, пока мы хотим поговорить с ним как со свидетелем. Хорошо. До свидания. Владислав Сергеевич, 30 мая с вашего номера поступил звонок в скорую помощь. Вы звонили? Да. Угу. Вы же говорили, что в это время были дома. Да. В таком случае, откуда вам стало известно о намерениях Ани Сорокиной покончить жизнь самоубийством? Она мне позвонила. Угу. И сказала, что ей надоела такая жизнь. Какая такая? Ну, проблемы с матерью, с отчимом. Угу. Понятно. А она раньше говорила вам о каких-либо проблемах? Да, говорила. Именно поэтому я понял, что она не шутит. И решил перестраховаться, вызвал скорую. Угу. Больше ничего не хотите мне сказать? Нет. Ну ладно. Значит, если что-нибудь еще вспомните, вот вам номер телефона. Звоните. Угу. Да? Ну что, я вас больше не задерживаю. Можете идти. Скажите, а как состояние девочки? Она в коме. Ясно. Всего доброго. До свидания. Влад! Что? Ты же не все сказал. Ты что-то не договариваешь, Влад. Я все сказал. Девочка может умереть. Она не умрет. Она будет жить. Угу. Ну что там у тебя? Влад Ермакович состоит в группе «Белый ворон». Надо будет им серьезно заняться. Да. Угу. Может, мне уже пора познакомиться с Егором? Думаю, можно. Нужно узнать о нем получше. Где он? Откуда? Зайди в его детство, посмотреть прошлое. Да, конечно. Смотри.
забирайте его! Пожалуйста, не забирайте! Это она? Твоя женщина? Да. Учись думать как душа, а не как человек. Никого не осуждая. Только так ты сможешь помочь Егору. Это непросто. Ты справишься. Я буду стараться. Смотрите, что сейчас будет. Эй, Бурак, тебя там позвали. Что ты делаешь? Ну зачем? Ты что? Ты что? Очень красиво рисуешь. Тебя как зовут? Егор. Очень талантливый мальчик. Учится хорошо, с ребятами ладит. Хороший мальчик очень. А у тебя еще работа есть? Да. Слушай, покажи нам, пожалуйста. Сходи, спик. Иди, пожалуйста. Кружок. Хороший ребенок очень. Меня Сергей зовут. Принеси еще рисунки. Людмила Андреевна, но мы хотим взять здорового ребенка. Это не болезнь. Это врожденная особенность. А по многим параметрам он лучше других. Нет. Что? Спасибо, уже не надо. Мы в другой раз посмотрим. Ну, пройдемте дальше. У нас все дети хорошие, все талантливые. Посмотрите, пожалуйста, вот сестрички здесь у нас две. Вот девочка, мальчик. Обратите внимание, как у нас красиво дети рисуют. Каждый из них по-своему талантлив и прекрасен. Алло, здравствуйте. Я по объявлению насчет работы художника-оформителя. А, уже все нашли? Извините. Действительно, очень хочется помочь Егору Буракову. И ты обязательно это сделаешь. Почему мы все забываем, когда приходим на Землю? Это одно из условий контракта. Душа забывает, откуда пришла, и все свои предыдущие воплощения. Ну зачем? Чтобы начать с чистого листа. Представь, если бы мы помнили всех своих предыдущих, жен, детей, разве смогли бы мы спокойно жить в новых условиях, не вспоминая и не ища бывших родственников? Нет, конечно. Это часть замысла Творца. Папа, Егор станет известным художником? Да. И ты ему в этом поможешь. Запомни, люди не могут слышать ангелов, когда находятся в черном поле негативных эмоций. Страх, обида, ненависть. Ангелы в этом пространстве не работают. Что же мне делать? Возле Егора всегда только боль и разочарование. Не всегда. Твоя задача – найти эти проблески света в нужный момент. Хорошо. Я сделаю все, что смогу.
Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Я бы хотел стать учеником Андрея Васильевича Обухова. Говорят, он набирает себе учеников. В этом году набор учеников на курс Андрея Васильевича уже закончен. Приходите в следующем году. Алло, это мама Ани? Да. Это Влад. Я дружу с вашей дочерью. Я последний, с кем она говорила тогда. Говори. А можно не по телефону? Хорошо, я не хочу надолго ее оставлять. Меня в больницу не пускают. Я вас подожду в сквере. Жди, я скоро выйду. Здравствуйте. Аня не хотела. Она просто не знала, что так может получиться. Она хотела привлечь ваше внимание. Понимаете? Она хотела доказать вам, что она не врет. Врет ваш муж. Он, в общем, очень плохой человек. Что ты несешь? Ты о чем сейчас вообще? Ты меня сюда позвал, чтобы это сказать? Нет, стойте. У меня есть запись. Запись того дня. Мы снимали все на камеру. Смотрите. Вот. Ты наблюдал за этим со стороны и ничего не сделал? Ты снимал это на видео и не остановил ее? Ты чудовище! Стойте, пожалуйста, вы не поняли. Я вызвал скорую. Мне надо было... Спасибо просто... тебе! Видеть тебя не могу никогда, слышишь? Никогда не звони нам больше. Егор, да? Да, насчет работы курьером. Давайте мы сейчас отойдем, тут недалеко. Присядем. А мы в офис не пойдем? В офисе сейчас не до нас. Там мебель разгружают. На улице поговорим. А на каком этаже у вас офис? На 6-м. Вам работа нужна? Да. Хорошо. Пошли. Присаживайтесь. Курьер всегда доставляет посылку в нужное время и в нужное место. Это понятно. Надеюсь, никому не надо объяснять, что предметы доставки, посылки, письма, должны быть цельными, запечатанными и неприкосновенными. Тебе ясно? Ясно. Вот вам первое задание. Ты относишь это к 12 часам по указанному адресу. Ты то же самое к 15 часам. Ой, а можно наоборот, мне к 12? Мне к тем часам на выставку Ладно. Надо ходить. Ты к 12? Ты к 15. Запомнили? Все, за работу. А я знаю, где это. Я там недалеко живу. Могу показать, мне все равно делать нечего. А, хорошо, давай вместе пойдем. Веселей будет. Мутный он какой-то. Тебе не показалось? Показалось. Да деньги очень нужны. Слышишь, нарисуй этим студентам какие-нибудь бумажки, типа договор с компанией «Рога и копыта». Да вопросов много задают. Угу. Давай.
там? А? Хорошо. Я пошла в больницу собираться. Иваныч, привет. Слушай, просьба к тебе есть. Можешь мне по номеру телефона пробить одного чела? Адрес там, родители. Просто дочка моя, ну, в смысле падчерица, вроде встречается с ним. Хотелось убедиться, что все нормально, а то эти подростки, ну, ты же знаешь, глаз да глаз за ними нужен. Отлично. Спасибо, Иваныч. Сейчас сброшу номер. Похоже на подарки. Может, статуэтка? Не знаю. Вот, второй подъезд. Я тебя здесь тогда подожду. Хорошо. Я еще раз говорю, это не я. Мне сказали, это товары из Китая. Зачем наручники? Ой, а можно наоборот, мне к 12? 12? Ты к 15. Запомнили? Я же ничего не сделал. Обойди. Ну что, мы и дальше будем в молчанку играть? Кто тебе передал пакет с наркотой? Я не знал, что там наркотик. Он сказал, это товары из Китая. Кто он? Фамилия, имя? Я не знаю, как его зовут. Отпустите, отпустите меня, пожалуйста. Я не виноват. Я не знал. Послушай, ты, может, перестанешь из себя невинную овцу корчить? М? Ты знаешь, сколько тебе светит за торговлю наркотиками? Значит, не хочешь по-хорошему, да? Говори, сука. Я не знаю. Ну чего ты? Я же тебя даже не трогал. Нет! Ты знаешь, что с такими делают на зоне? Зэки любят сладких мальчиков. Ты будешь говорить? Волошин, позови врача. Не нужно себя винить. Его душа сама выбрала этот путь. Пап, вот объясни мне, я не понимаю. Если мы сами выбираем себе условия проживания на Земле, то зачем нам все эти сложности? Зачем нам... боль, страдания, разочарования. Это наш выбор? Да, именно так. Но почему мы не можем выбрать себе любовь и радость? Душа нарабатывает разнообразный опыт. Ей интересно испытать
разные состояния в разных воплощениях. Мне это трудно понять. Ну, потому что ты пока еще земной житель. Компьютерные игры, помнишь? Мы же выбираем не всегда положительных героев. Потому что это слишком легкий уровень сложности. В конце концов, он кажется скучным и неинтересным. Хочется сложности и адреналина. Кроме того, если мы не справляемся с выбранными условиями, нужно проходить его заново. Нарабатывать опыт и повышать свой уровень. Кажется, я начинаю понимать. Добрый день. Добрый. Ермакович Наталья Ивановна здесь проживает? Да, но она только что уехала. Жаль. Это доставка. Мы могли бы оставить ей посылку? Одну минуту. Что тебе надо? Я тебя спрашиваю. Уходи отсюда, сволочь! Уходи! А где посылка? Тигр, беги! Спасибо тебе, тигр, спасибо тебе, солнышко. Спасибо, спасибо. Получилось. Умничка, умничка, умничка. Молодец. Таинственный герой? Да. Это его ощущение. Угу. Игра смерти – это единственное, что он создал и в чем реализовал себя. Угу. В рамках этой игры он получает некую тайну, некое признание, понимаешь? Он главный куратор. Угу. То есть, другими словами, в виртуальном мире он практически бог, а в реальном никто. Да. Замечательно. Ну и как выглядит этот таинственный герой? С виду обычный человек. Ничем не выделяется из толпы. Все? Пока да. Ну что, ты знаешь, я его практически вот уже вижу. Вот он стоит, я его могу вычленить из толпы, вот сказать, вот ты, иди сюда. Это единственное, что у нас есть, между прочим, и это очень важно. Угу. Можно было и спасибо сказать, я вообще-то работаю. Понятно. Все сказал? Да. Пошли работать. Пошли работать. Иван Петрович, добрый день. Это вас беспокоит Ермакович Влад. Слушаю тебя, Влад. Иван Петрович, я хотел с вами кое-чем поделиться. Вспомнил одну интересную вещь. Думаю, имеет смысл с вами встретиться. Да, давай, я у себя. Спасибо, я иду. Егор, только ты меня не боком, а полубоком рисуй, хорошо? Хорошо, хорошо. Я так и делаю. Может быть, мне книгу убрать? Нет, не нужно. Я уже заканчиваю. Уже можно смотреть? Да, смотри. Да ты настоящий художник. Нет, к сожалению. Я и не знала, что такая красивая. Спасибо. Да, очень красивая. Меня еще никто так не рисовал. Вика? М? Можно тебя попросить воспользоваться интернетом? Ой, Егор, но ты же знаешь, что здесь не положено.
Ну, пожалуйста, я только другу сообщу, где я, и все. Ну, ладно. Только недолго, я здесь буду сидеть. Хорошо. Это новости. Забери телефон. Так, все, хватит. Дай сюда телефон. Ну, пожалуйста, еще одна минута. Дай сюда телефон. Подержи здесь, я потом приду, давление померю. Вот так ваш сожитель бросил умирать Аню. Если бы не Влад, шансов у нее не было. Проси его выслать новые видеоинструкции. Не будет. Я боюсь крови. Очень. Так, пиши «я и так смелый». Выполнил 2 задания. Я знаю. Так, проси еще. Я готов снять. Отправлен видеофайл. Угу. Открываем. Стоп. Увеличь. Угу. Слушай, так здесь же отпечаток пальцев. Да. Так, быстро сделай снимок экрана. Я сделал. Сень, флешку, сбрось на флешку. И в отдел пускай пробьют пальчики. Не волнуйся, не волнуйся. Давай, давай. Все. Все, я быстро. Ну, а ты давай, продолжай переписку. Сделай хоть что-нибудь полезное. Уважаемые коллеги, хочу вам напомнить, что мы создаем индивидуальные интерьеры, а не какие-то ксерокопии. Нам нужен креатив. Ну вот же.
подай. Чья это работа? А это молодой талантливый художник приходил к нам устраиваться. Ну класс же, ну звоните. Ну ему нет 18. Звоните. Ну как так? Ты же близок к цели был. Поздравляю, Волошин. Кажется, у нас очередной 100% висяк. Подожди. Да. Егор? Да. Это Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, с вами говорит старший следователь Величко Вячеслав Борисович. Егор Бураков задержан. Вы можете к нам подъехать? Мы бы очень хотели с вами поговорить. Шеф, у него неприятности, он в милиции. Но он же сирота. Звоните адвокату. А, хорошо. Я подготовил все документы о попечительстве, о подписке о невыезде до выяснения всех обстоятельств дела. Так, квитанции о перечислении залога. В случае необходимости явки к нам, мы вам сообщим. Распишись вот здесь. Ну, всего хорошего, Вячеслав Борисович. Удачи. Папа, я справилась. Мне получилось. Молодец, доченька. Я горжусь тобой. Тебе пора возвращаться. Я буду помнить все это? Частично. Как обрывки необычного сна. В себя, мам. Ты смотришь это видео, значит, ты готов к следующему испытанию. Открой вложенный файл и выполни задание. Запиши видео и отправь видеоотчет. И помни, Белый Ворон всегда с тобой. Руки в огне! Руки! Ненавижу! Дыши! Руки в огне! Руки! Ненавижу! Дыши! Помяни меня! Помяни меня! Я не виноват! Отпустите меня! Я не виноват! Это не я! Это мама моя! Имя ее говори! Фамилия, Катя! Что она? Говори! Она ушла! А давайте шарик купим, а? Давай. Димка, выбирай, какой тебе нравится. Голубой бери. Папочка! Ань! Ты что? Что с тобой? Ничего. Хорошая погода сегодня. Привет. Идем. Идем. Пока.